Всем здорово, народ! С вами снова Urban Flamingo, он же без сахара. И сегодня у нас на прохождении данж C02 все 6 сундуков. Погнали, не будем задерживать. Сегодня апнул 63-й. Решил сразу же записать вам ролик. И мы пойдем, как вы могли заметить, не стандартным путем по этим джамперам. Мы пойдем левее. Левее тут очень просто забраться, никаких реликов вам не надо. И первый сундук у нас по счету из 6, он же нормал сундук. Забираем и погнали дальше. Следом же, проходя вдоль стены, лутаем второй сундук. Второй нормал сундук. И идем дальше. Ничего сложного, в принципе, если вы бежите даже по джамперам, вы увидите все эти 5 сундуков, которые находятся здесь. Вру, 4 сундука. Это у нас изи сундук первый, он же третий по счету, в общем. 4 сундука вы увидите. Один легкий вы уже проходили, если на изи. А вы проходили на изи, на нормале, скорее всего. Эти данжи, если дошли до харда, значит... Вы могли видеть еще один сундук вон там наверху. Сейчас мы за ним вернемся. Чуть-чуть по-другому пойдем. Это четвертый по счету сундук, он же первый хардовый. Отсюда мы прыгаем на соседние грибы. И чтобы вернуться за вторым легким сундуком, перед тем как вернуться, мы сначала пройдем вот сюда. Последний сундук, который может вызвать у вас какие-либо проблемы, это вот этот второй хард, он находится вдоль этой стенки. Я думаю, вы его, скорее всего, нашли. Но если вдруг нет, то вот, знаете, он находится здесь. Потому что те, они все буквально в одной плоскости, кроме верхнего. Этот же сундук находится на пути к боссу, чуть-чуть в стороне от основной. Поэтому вы могли его, возможно, не заметить. Но если вдруг, то вот, знаете, он там лежит. А мы идем дальше. Дальше последний, шестой сундук, он же второй легкий. Изи чест не вызывает абсолютно никаких сложностей, вы просто по платформам пролетаетесь и попадаете к последнему сундуку. Естественно, около каждого сундука есть мобы, которых вам придется убить. Это последний шестой сундук. До конца данжа я не побегу, здесь же с вами и попрощаюсь. В ближайшее время будет еще, конечно, C03 и так дальше. До последнего самого данжа я планирую серию роликов завершить, поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, делитесь им с друзьями, пишите комментарии, если я где-то что-то забыл, либо не указал, или если у вас есть вопросы. Также подключайтесь к стримам на Тролла, ссылочка в описании, там проходят регулярные стримы, не так часто, конечно, как ролики, но тем не менее. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока.